У Могилевском палаце спорта и легкоатлетичном манеже олимпийца пройдут юнацкие спаборництвы по сучасным пятиборьи. Особливость этого вида спорта у тем, что дитячие турниры проводятся по программе двуборья – у плавании и безе. Только после 14 годов спортсмены в рамках сучасного пятиборья начинают заниматься фехтованием, потом стральбой и конным спортом. Для некоторых удельников эти спаборництвы станут первыми. Зусім недавно яны прошли початковую подрыхтовку в бассейнах и теперь вырешили спробовать себе у пятиборьи. Подеи разгорнутся у пятницу, у полове 9-го начнется плавание, а у 13:00 бег.